Завтра в чебоксарских центрах социальной защиты открывается запись в оздоровительные лагеря для детей из малоимущих семей. Новшество этого года. Теперь подать заявку на приобретение путевки можно не только в республиканские, но и муниципальные лагеря. Это Бригантина, Березка и Волна. При покупке родителям нужно иметь при себе паспорт, свидетельство о рождении ребенка и его страховой полис, а также документ о признании семьи малоимущей. Заявочные кампании для остальных семей Чебоксар стартуют с 14 апреля. Заявки будут принимать в школах.